теплые. Да, ее кто-то бассал 100 лет назад. Неправда. Неправда. Уж я-то знаю, я же его носила. Неправда. Мам, сейчас ну я же носила это. Все, писечки, я пошла. Все. Хлебушка, я пошла. Куда погнала? А у меня приехал салават внизу. Все. Это, мам, телефон на зарядку поставила. Разберитесь с телефонами. Солнышки, я тоже очень скучаю. Зарядка включена. Мам, как ты не поняла, где может быть зарядка включена? Наверное, в розетке. Ты думаешь? Думаешь? Мам, все, люлечки, да? Мам, скажи тусовка мира. Тусовка мира, окей. Ага. Рулим. Рулим вообще. Блеск, капец, обосраться. Блеск. Ну все, я тебя люлю. Малыша моя, ага. Выросла уже. А книжку прочитай, пожалуйста. На толчке буду сидеть, прочитаю книгу обязательно. Все, я тебя люлю. Хлебушка, очень вкусный чайный пакетик, я считаю. Все, я люблю вас. Сохранить или выбросить? Помнишь историю? Вы знаете, дети были в плену. Я же на концерте Максим была, и она... Ты... Вы знаете, что я фанатка Максим была раньше? Это ее автограф. Да. Твоя, Максим. Капец. Все. Да, да, мама, ставь потом. Я буду на Максим. Да, все, люлечки, птички. Пипец. Все, люлю, люлю, давай, люлю. Мам, завтра все. Мне созвон. Скажи поки стафилококи, мам. Ой, типун, типун, типун. Ты что, я из роддома же. Пиздец, чуть не сдохли. Ладно, все, мам, я тебя люлю. Все звезды мира, все звезды мира светят нам в дорогу. Я так и думала. Басенька, пока, птичка. Маленький мой малыш. Басенька уже стал птичкой. Маленький мой малыш, я тебя люблю. Прости меня. Все. Хотела рассказать, как он любит Еву свою. С третьего этажа, я помню. Ева с третьего этажа. С третьего Баба Марфа. Баба Марфа? Да, которая коробочки делает. А, ну это я знаю. Все, я вас люблю. Все, мам, Фоки. Я заберу. Все, Глебушка, пока, люлечки. Да потом. Спасибо, ребят. Мам, все, давай, все, пок. Так я потом заберу, мам, все, люлечки, Глебушка, поки. Пока, Глеб. А, Глеб, блин, я штаны забыла. Штаны, штаны отдай, пожалуйста. Да, с ремнем. Ма. Мамуся, люлечки. Все. Да нет, договори, что ты не умеешь рэп читать, ну что? Хочу его уметь сочинять. Я это научусь делать обязательно, потому что мне нужно СКД провести игровой тренинг скоро в декабре. Мам, это потрясающий рэп, мы потом прочитаем обязательно. Да, я тебя люблю. Конечно, отлично. Я тебя люблю. Все, все, люлечки, Глебушка, завтра еще увидимся. Все, чмоки-чмоки, поки-стафилококи. Все, мам, покс. Мамин рэп – это просто звездная пушка. Это просто пипец. Ну, у Глебушки у моего такой голос. Короче, я потом запишу.